Привет-привет, мои дорогие! Вы на канале «Вяжем на позитиве» и не только. Меня зовут Ирина. Сегодня я вам расскажу, как я связала вот такое интересное детское платьишко. Платьишко связано на возраст 3-4 годика. Вот такой вот интересной пряжи. Значит, пряжа называется «Alize Baby Wool». Состоит она из 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Для детских вещей это очень хорошая пряжа. Тем более сейчас очень модная оригинальная расцветочка. Это вот эта вот комбинация цветов, переходящая из одного цвета в другой. Она формирует вот такой вот интересный узор. Я думаю, что для детских вещей, для шапочек, для платьишек, для свитерков это очень удачный вариант. Ну, расцветки, естественно, разные, подбирайте на свой вкус. Значит, здесь 50 граммов, 176 миллиметров. У меня на платье 3-4 годика на девочку ушло 5 моточков. Вот осталось, пятый моточек вот почти целый. Вот на эту длину ушло у меня 4 мотка, но я оставила... Пятый моточек на удлинение. В общем, 4 мотка это как раз на 3 годика, на 4 годика это вот 5 моточков. Спицы здесь 3,5. Вязочка у меня очень простая. Сложного ничего в этой вязке нет. Это вообще платье для начинающих. Но и для вот этой вот пряжи, где содержится шерсть, бамбук и акрил, она очень мягенькая, очень интересная. Как раз вот... Вот такое вот вязание, оно очень... Вот такой вот узор, он очень... Ну, я посчитала, что он хорошо смотрится. Почему? Потому что здесь уже рисунок сам по себе выявляется за счет вот этого перехода. Значит, что я... Как я вязала? Я набирала на горловинку 64 петли. А как вам правильно набрать ниточки на горловинку? Значит, нужно замерить макушечку. Или как обхват головы в круговую, чтобы знать, какое количество петель вам набирать, чтобы вот проходила голова ребенка. Здесь в данный момент она проходит без всяких пуговочек. Я на всякий случай оставила, но я это зашью, потому что здесь она проходит без всяких проблем. И снимается, и одевается хорошо даже через ноги. Но когда ребенок одевает, то получается как раз вот никаких лишних здесь изъян нет. Прям не то, что под горлышко, но вот как раз то, что надо. Значит, разделила я 64 петли таким образом. 20 петель у меня ушло на спинку, 20 наперед. По 10 петелечек у меня ушло на рукава. И по одной петле у меня ушло вот на вывязывание вот такого узорчика реглана. Узорчик реглана очень простой. Здесь получается из одной петли, которую я оставила, я поднимала... Через 2 ряда одну петельку вправо и одну петельку влево. Потом 2 ряда провязывала и таким образом опять поднимала. Длину вот этого рукавчика, да, реглана, вы высчитываете сами. Покороче вам, подлиннее, какую вам нужно сформировать вот эту длину, это, естественно, вы высчитываете сами. У меня здесь получается немножечко пониже реглан, да, и за счет этого рукавчик, естественно, получается пошире. Но страшного ничего нет, потому что когда я делала подрез рукава, да, я сначала прибавила, подняла 4 петли, они у меня как раз интересно вписались вот в этот подрезик, в узорчик, а потом, когда я провязала 2 ряда, я эти петельки убавила. Они пошли на убавление. И больше я убавлять ничего не стала. Но если вы считаете, что у вас рукав широкий, значит, вы должны длину рукава посчитать, какую вам надо, да, посмотреть, какое количество петель вам нужно оставить именно вот здесь, при закрытии, да, и посчитать, сколько вам петель нужно убавлять, и через определенное количество рядов вы, естественно, эти петельки убавляете. И таким образом у нас рукавчик не будет широким, он будет как раз той длины и той ширины, какую вам надо. Так, ну это насчет рукавов, да. Потом что я делала дальше? Дальше я вязала таким образом. В общем, вот я кокеточку до рукавов связала. Потом я, значит, рукавчики, естественно, отдельную спицу. Здесь я соединила перец со спиночкой. Я вообще не люблю в трикотажных детских вещах, когда трикотаж сильно облегает. Тем более здесь содержание шерсти.
Я посчитала, что здесь нужно сделать пошире. Значит, если вы не хотите сделать пошире или вы считаете, что здесь очень широко вы связали, значит, вы через каждые, как я делала прибавочку, через каждые 4 петли пятую я прибавляла, потому что у меня здесь будет вот такой вот интересный узорчик, это резинка 3 на 1, поэтому я делала вот такие прибавочки. Вы можете прибавки не делать, если вы считаете, что у вас широко, и начинать вязать дальше, а потом уже делать прибавки. Или вы, например, когда прибавили, вы можете ряд провязать 2 петли вместе накид, 2 петли вместе накид, у вас получатся дырочки, через которые вы можете продернуть шнурочек или ленточку и уже этим самым затянуть немножечко. Ребенок растет, будете завязывать, развязывать по мере роста ребенка. Или просто оставить как декоративную ленточку вот эту или жгутик, что вы там продумаете. Но в трикотажных вещах это очень красиво смотрится. Так, что я делала дальше? Дальше, значит, у меня шло таким образом все. Я посчитала, какую длину изделия мне нужно, да, длину платьишка, вот от кокетки, от рукавов, можно сказать, от заканчивания реглана, да, и я посчитала, какое количество, какую длину мне надо и сколько мне надо, через какое количество мне нужно прибавить петли. Начинала я, значит, резиночкой 3 на 1, как я уже сказала, да, 3 на 1 я провязала нужное количество. Потом я сделала прибавочку. 3 на 1 я провязала. Потом я сделала в изнаночном ряду, я сделала прибавку. Одной петлю. Одну петлю я прибавляла с левой стороны сначала. Видите, дырочка здесь немножечко видна. Но так ее, в принципе, в изделии не видно. Прибавки можете делать как хотите. Я поднимала петли. Значит, потом определенное количество длины я провязала и опять сделала прибавочку. И уже прибавку делала с другой стороны. Для того, чтобы изделие не деформировалось, а равномерно прибавочки были слева, справа, слева, справа. И вот в конце концов, значит, в конце длины у меня получился вот такой вот узор 3 на 3, резиночка 3 на 3. И таким образом у меня вот эта юбочка, да, она смотрится как гофре. Ну, гофре как гофрированная, потому что резиночка, она своего рода создает гофре. И к низу она вот получилась вот такая вот расклешоненькая. Заканчивала я, значит, здесь, чтобы у меня изделие смотрелось красиво, чтобы оно не вытягивалось. Я заканчивала зубчиками, но зубчиками-то каким способом? Раз у меня резинка идет 3 на 3, я, значит, 3 петли вместе провязывала, делала накид. 3 петли вместе, вот видите, он делала накид. У меня получилось, что вот эти вот зубчики как раз получились между вот этими, вот между этой резиночкой. 3, 3, 3, между ними накидик. Ну, естественно, предварительно я провязала 5 рядов. Вы можете провязать там 4 ряда лицевой гладью, и заканчивала я потом уже после зубчиков тоже лицевой гладью, и закрытие вы уже делаете такое, как вам удобно. Я делала вот такое вот. Оно вроде как смотрится грубовато с одной стороны, да, ну а с другой стороны оно не вытягивает, не стягивает изделие и не расширяет. Мне оно очень нравится, это закрытие. Это закрытие делается каким образом? Когда вы делаете закрытие, мы же как? Все по-разному делаем, но я обычно делаю как? Провязываю 2 петли вместе, да? А здесь, перед, когда вы провязываете вторую петлю, вы просто делаете накид, значит, петля, делаете накид. Следующую петлю вы провязываете лицевой, и потом вы ее протягиваете. Сначала через накид, потом через вот эту петлю. Потом опять петля у вас остается, вы опять делаете накид. Опять следующую петлю вы провязываете и также протягиваете. Получается вот такая вот интересная протяжка. Меня она устраивает, я ее часто применяю, такое закрытие, потому что оно не стягивает. Так, а здесь рукавчики я закрывала 2 через 1. Это значит 2 петли вместе накид. Зубчики делала вот таким способом. Но закрытие здесь тоже шло такое же. Кто-то скажет, грубо. Нет, не грубо. Оно смотрится очень даже интересно. И оно не трет, не жмет. И, ну, нормально. Тем более, это изнаночная сторона. Ну, вот вроде и все. Вот смотрите, как красиво смотрится это платьишко, да?
А с другой стороны, во-первых, оно уже создает узорчик своеобразный. И даже если вы просто свяжете лицевой гладью, оно будет смотреться очень даже красиво, потому что узор уже есть, рисунок уже, в принципе, есть. Но что хочу сказать еще, что рисунок-то, вот этот, он формируется сам по себе, потому что вот эти нитки, они, видите, они скручены почти все одинаково. Я имею в виду по цветам. Но вот мне так попалось. Я не знаю, может, кому-то по-другому попадется. Но мне попадались они все с одинаковой расцветкой. Начинались, например, с синего и дальше уже переходили из тона в тон. Что хочу сказать, что вот на мое количество петель получился вот такой узор, да? А если вы будете набирать меньше, значит узорчик уже будет другой. Если вы будете набирать больше, узор тоже будет другой. Видите, на рукавах узорчик получился немножечко разный. Но, в принципе, можно подгонять, конечно, узор, как нормально эта вязальщица делает. Но я подгонять его не стала. Я решила оставить так, как есть. Потому что интерес вязания таким узором вот именно в том, как вот он ложится. Ну, мне так кажется, что он должен не одинаково, а вот именно как захотел, так и лег. Мне понравилось. Видите, даже цвет рукавчиков у меня немножечко разный. Ну, такой, не знаю, мне нравится. Вот эти вот нитки мне вот за счет того, что узорчик получается сам по себе, непрогнозируемый, вот меня это устраивает. Ну, вот такой платьишко у меня получилось. Кому нравится, смотрите, можете вязать. Особенно, кто еще ни разу не вязал платье, начинайте. Здесь ничего сложного нет. Если вы освоили лицевая и изнаночный накид, из чего состоит вязание спицами, то у вас все получится. Так что вяжите, наслаждайтесь своим вязанием, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень рада, что вы меня смотрите. До новых встреч, я вас всех люблю. Пока-пока!